И всем привет, с вами Мистик Клакер, мы продолжаем и без лишних слов заходим на ПВП, сразу же на ПВП описание. Ну давай, почитаем. Здесь вам придется узнать, кто сильнее, и ловче нажмите кнопку под нужной табличкой, чтобы продолжить. Окей, комната Мистик. Бабушка сказала, что это... Та-дам, 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 та-дам. Ну давай проверим. Ой, а где мой лук? Где мой лук, мазафака, нига щит? Ребят, я очень долго искал наркодилера лагеря, но так и не нашел его. А почему ты в серебряной броне, а не в алмазной, как я? Потому что тебе надо было выкинуть всю броню. Ладно, да, я выкину ее, а то будет кричать, что я не знаю. Грязный ублюдок, читерский, я твоей маме все расскажу, я знаю, где ты живешь, у меня в скайпе написано, где ты живешь, я уже записал на блокнот и внес себе в память, понимаешь, у меня там 512 килобайт, но все-таки хватило, чтобы запомнить твой адрес на... Ой, господи, наркоман. О, так у меня в записанной книжке, видел, там написано, не наркоман. Не наркодилер. Запиши меня как-нибудь непалевно, да? Не наркодилер. Ты тоже доел, а? Да. Чё ты не умираешь? Почему ты не умираешь? Короче. А, я горю! А это лагерь. Был план моей этой, да. Я выиграл чё-то. Чё-то как-то изи, ГГВП изи, изи, мит, изи, лайф. Я просто сгорел. Самоубийство не считается. Ты считается ещё как? Я выиграл, короче, не Арберт. Встань, если победил. Я победил. Don't worry. Чё-то мы оба победили, походу. Чё-то я как-то вин. Последнее испытание. О, peaceful. Паузу. Телефон звонит. Я нашел Майнкрафт. Как думаешь, это слишком читерский? Это слишком читерский, бабушка такого не позволяла. Ну, ее рядом нет. Это, короче, выживание. Я пока начну строить дом, а ты добудь ресурсов. Та-дот. Что я делаю не так? Та-дот. Ты дом строишь не в ту сторону. А, блин, слушай, а давай описание Мне кто-то звонит. Все. Да никто тебе описание. Не знает. Описание. Здесь вам предстоит найти красную пыль и сделать красный факел. После этого поставьте красный факел рядом с красной пылью. Рычаг использовать запрещено. Ты понял? Слушай. И мы должны пройти вот это все. Что, какого хрена? Подожди, я паузу нажму? Нет, ты не нажмешь, просто я... Мне нужно просто поставить не в сети, там все звонят. Ну, продолжай. А как я тебе звонить буду? Смотри, подожди, сейчас, я поставлю так же мышку, как написал. Как, она у меня только что сама двигалась. О, зачем мне росточки? Слушай, у меня есть просто гениальная идея. Ну? Давай слетаем на Марс, соберем денег, вот соберем на кикстартере компанию и полетим на Марс, там мы снимем видосик, как мы какаем в воздухе. Все? Все сказал? Да. Давай займемся серьезными вещами, хорошо? Да, действительно. Я думаю, ты согласен. Что может быть серьезнее, чем в Майнкрафте построить дом? Нет, тут не надо строить дом, тут нужно, смотри, копать, еще копать, а потом копать. Нет, ты неправильно понял. Если, в принципе, у тебя есть время лишнее, то можешь еще немножечко покопать. Ты не понял, там было написано выживание. Выживание подразумевает дом построить, завести детей. Это уже жизнь, а не выживание? Как? Обойти жену? Нет, подожди, это что-то не то. Что-то да, с женой что-то погорячился немножко. Да. А, ну да ладно, ну ты А где тут красную пыль теперь нам найти? Слышишь, у меня даже место в инвентаре. Красная пыль... Опа! Что, уже? Ну тут подсолнух есть. Топор. Там подземный ход! Я поехал. Ну один он есть, хорошо, а дальше что? А что тебе надо? Нам красная пыль нужна. У тебя есть одна красная пыль? Нету. Слушай, по-моему, нас пытаются... Безысходность. По-моему, нас пытаются обмануть. По-моему, у нас безысходность. Да нет, нас просто пытались обмануть, а ты повелся. А что нужно было сделать тогда, по-твоему? Найти красную пыль. Ну, так я это и сказал. А ты знаешь, где она была? Где? Ты никогда не смотрел, что возле двери там лежала красная пыль? Нам нет, нам нужен редстоун. Так вот. Ой, в смысле, факел и редстоун. Ау, серьезно? Чё-то ты долго думаешь, чувак. Серьезно? Не, ну вы си... Нет. Копать. Нет, этого не может быть. Просто копать. Заходить только бы. Как вам карта Мистик Лагер?
фу, недоделано. Играбельно, играбельно. Мне просто последний уровень. Потому что карты, надеюсь, вам понравится. Хорошо. Все, давай ее взорвем. Нет, последнее испытание мне взорвало мозг. Просто доставил, чувак. Последний уровень был самый. Не, серьезно, серьезно. Вот. Ну скажи. Так нельзя. Так нельзя. Дай мне такой факел, и я пойду убивать. Меня обманули вообще. Дай мне один такой факел, чувак. Шел нафиг. Держи 64. Все. Топ тебя. Я смотрю на мужчин, мне нужно было убить. Тебя так не убил, ты в броне. Почему ты постоянно в каждой серии убегаешь от TNT? Ты можешь хоть раз взорваться? Нет. Люди за это тебе лайки поставят. Пока не прокручу Аллах Акбар, не взорвусь. Давай, иди сюда и кричи. Я хочу в каком-нибудь живописном месте умереть. Аллах Акбар! Ну как тебе? Вполне живописно, сударь. Ну вот, вот и все, собственно. Всем спасибо за просмотр. Карта, в принципе, была интересная. Нам она очень понравилась. Так что не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы вдруг этого еще всего не сделали. А с вами были Мистик и Лагер. Всем удачи, до новых встреч. И кушайте кашу. Кушайте кашу. Любите TNT. Любите TNT. Получайте хорошие оценки. Получайте хорошие оценки. И любите маму. И любите маму. И всем пока. И всем пока.